Мы живем во времени, поэтому нас время торопит нас, нас на этом месте. Очень короткое будет служение, потому что мало времени нам дали. Поэтому мы будем спешить начинать наше богослужение. Я бы попросил бы всех, кто сегодня уже пришел в этот зал, пожалуйста, сядьте, и мы будем призывать имя Господа нашего Иисуса Христа, дабы Его благодать, Его сила и Его благословение, оно покрыло Божий народ. В этот день, друзья мои дорогие, этот день для этих семей есть очень особый день. Это день расставания своими родными, братьями и сестрами. Поэтому я еще раз, я вчера говорил и сегодня говорю, еще раз, братья мои и сестры, мы будем молить лице Господне, дабы милость Господня, она была сегодня на этом месте. Вы знаете, братья мои и сестры, никто так не поможет, как поможет Господь через силу Святого Духа. Если Господь утешит силою Святого Духа, если Господь подкрепит, если Господь благословит, друзья мои дорогие, это есть полнейший мир от нашего Господа Иисуса Христа. И поэтому для этого нужна сегодня твоя и моя молитва, брат и сестра, при лицем Господа нашего Иисуса Христа. Перед молитвою я читаю всего-навсего короткое слово, и в нашей молитве мы обратимся к нашему Господу, прося благословения нашего Господа, чтобы Господь и благословил братьев, которые сегодня будут выходить на это место, дабы сила Святого Духа, она покрыла и братские уста, и братские сердца, друзья мои дорогие, ибо как хорошо и как приятно, когда, друзья мои, из этого места изливается река Божьей благодати. И поэтому я читаю это место из Священного Писания, и мы будем молиться нашему Господу. Это будет 40 глава, 28, 9, 30 и 31 стишок. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его неисследим? Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Друзья мои дорогие, Слово Господне сегодня утешает твое и мое сердце, что надеющиеся на Господа, они обновлятся в силе, поднимут свои крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся, братья мои и сестры. Поэтому сегодня вот таковая доля христианина на этой земле, вот такое обетование силою Святого Духа, Слово Господне обещает сегодня Божьему народу. Да благословит Господь нас всех для молитвы, благословения при лицом Господа нашего Иисуса Христа. Поднимемся на ноги наши и призовем имя Господа Бога нашего. Аминь. Аллилуйя тебе! Слава тебе! Благодарение тебе! Честь тебе, поклонение, великий, вечный, святой, живой, праведен Бог. Мы благодарим тебя сердечно, мы славим имя твое святое, мы величаем у тебя, ибо ты Бог наш, ибо ты Царь наш, Господи. Рано услышь голос наш, рано предстанем пред тобою и будем ожидать тебя, ибо ты Бог наш и Царь наш. Аллилуйя тебе, аллилуйя, слава тебе. О, майны готе, армайны чарелгату сумены гемен. Аллилуйя тебе, благословенный. Мы прославляем имя Твое святое, мы просим у Тебя милости Твоей, благословения Твоего, о милосердный Бог, дабы семьи, Господи, сии сегодня скорбящие, они были утешены Тобою и силою Святого Духа, Господи, была объята жизнь их. Аллилуйя Тебе, милосердный Бог, умоляю Тебя, благослови брата Александра, Господи, благослови сестру Люду, благослови брата Петра и сестру Веру, владыка жизни моею, все это большое родство, братьев и сестер, ты благослови, милосердный Бог, покрой милостью и благодатью Твоей, Боже мой, моих братьев, которые будут выходить сюда на это место. Ты благослови, владыка жизни моей и всех свидетельствующих сегодня, Боже мой, о наших друзьях ты благослови и всех поющих во славу имени Твоего. Мы прославляем Тебя, вечного Бога, ибо достоин Ты славы, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Мы все вместе будем петь номер 184. «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь». 184. Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и веселюсь. Мир вам, братья и сестры. Сегодня будет много свидетельств, так что давайте мы наберемся терпения. Многие хотят высказать свои соболезнования. И вначале мы послушаем слово. Брат Михаил, пожалуйста, пройдите. И после того я уже объявлю там поочередно свидетельств. Прочитаю слова из книги Иова. Глава 16, я читаю 15 и половина 16 стиха. «Вретище шил я на кожу мою, и в прах положил голову мою. Лицо мое побагровело от плача». Братья и сестры, горе великое –
скорбь великая. И поэтому я прочитал слова человека Божия, который также находился в горе и скорби. И мы прослышали, что этот человек сказал: «Вретище сшил я на кожу мою, в прах положил голову мою, лицо мое побагровело от плача». Горе и скорбь постигла человека Божия. Горе и скорбь и поныне посещает человека Божия. Не наступил еще тот день, который обещал Господь в книге пророка Малахии, что будет день, когда я положу разницу между человеком, который служит Богу, и который не служит Богу. Той разницы нету. Апостол Павел говорит, что в Библии для нас с вами есть образы, на которые мы смотрим, рассуждаем и учимся. Я думаю, что книга Иова не относится к тем образам, о которых говорил Павел. Однако эта книга – великий образ для нас, братья и сестры. Страдает человек Божий и страдает невинно. И представьте себе, сколько миллионов, а может миллиардов людей на этой земле страдали люди Божии и утирали свои слезы у вретища Иова. Когда нас посещает скорбь или горе, я думаю, мы все открываем эту книгу, читаем ее, цитируем из нее выдержки друг другу. Но, мои братья и сестры, у нас с вами сегодня больше, намного больше, чем вретище Иова. На эту землю пришел сам Бог в лице Иисуса Христа, и Бог в лице Иисуса Христа на этой земле плакал. Аллилуйя, слава Богу! И представьте себе, когда Иисус Христос висел на кресте. На кресте он нес ужасные страдания, ужасные боли. И громко воскликнул: «Элои, Элои, ламва савафхани!» То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Не оставил Бог. Не оставляет Бог своих людей. Аллилуйя, слава Богу! И я думаю, наша нужда сегодня пред лицем великого Бога Саваофа. Нужда наша это уже несколько дней. Боже святой, скажи слово Твое в сердце скорбящее. Скажи: не оставлю Тебя и не покину Тебя, ибо я Бог Твой. Аллилуйя! Слава Богу! Я не знал брата Андрея, я в Айдахо живу 3 года. Встречался, поприветствовались, разошлись. Мои дети часто бегали туда на джанку, приезжали радостными, веселыми, рассказывали: хороший человек. Многие здесь вчера говорили: хороший человек. Многие все эти дни говорят: хороший был человек. Маму его я вообще не знал. А вот однажды, как вчера свидетельствовали, я сидел в служении, на кафедру вышел брат Юра. И я слушал проповедь. Знаете, меня так потянуло к этому молодому человеку. Я сразу искал момент подойти и познакомиться. И когда я так к нему подошел, начал знакомиться, знаете, что первое мне бросилось сразу в глаза? Вчера подчеркивали это — улыбка. И улыбка исходит изнутри.
Улыбка исходит изнутри у человека, в котором в сердце радость спасения. Аллилуйя, слава Богу! Я так преклонился и так прилежно выслушивал этого молодого человека. Дивился, братья и сестры, я дивился. Такой чистый смысл, такая трезвость. И когда мы с ним разошлись, я такой вдохновленный, и у меня родилась проповедь. Проповедники понимают, как это происходит. Проповедь пришла в сердце. Знаете, какая тема? Силен Бог. Силен Бог соблюдать людей во имя свое. Аллилуйя, слава Богу. Христос молился в Евангелии от Иоанна в 17 главе. Соблюди их в этом мире. И Бог силен соблюдать людей во имя свое. Когда Израиль поклонялся Ваалу, целовал Ваала, Илья сказал, я один остался. А Бог говорит, я соблю себе в этом городе 7000 человек. Силен Бог соблюдать людей во имя свое. Аллилуйя, слава Богу. Когда Израиль за отступление от Бога был в Вавилоне в плену, там был Даниил, Месах, Седрах и Авденаго. Вы знаете, я при расставании, разошлись мы так, благодарил Бога, Господи, я говорил, слава Тебе, что в последнее время, когда на этой земле упадок духа, всеобщий упадок духа, есть Месах, Седрах, Авденаго, есть Даниил, который положил в свое сердце не оскверняться от мира сего и идти узким путем. Я думаю, брат Юра, служил для нас хорошим примером, и всем нам, и старшим, и молодым, нужно бы подражать таким людям, которые твердо решили и положили в свое сердце идти узким путем. Ну, а теперь есть то, что есть. И я обращаюсь вновь к книге Йова. Смотрите, братья мои и сестры, это великий образ для нас. Какое заключение в горе и в скорби сделал человек Божий? Скажите, какое заключение? Да будет имя Господне благословенно. Мы сейчас будем молиться, братья мои и сестры. Благословляйте Бога Великого. Благословляйте Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аллилуйя! Слава Ему! Станем на молитву сегодня пред нашим Богом. Авва, Отче! Авва, Отче, Ты великий Бог! Ты святой Бог! Ты Бог Иегова! Ты сущий от начала! Авва, Отче! Ава, Отче, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Поклоняюсь Тебе, живому Богу, поклоняется Тебе Твой народ, поклоняются сегодня Тебе, кто в великой скорби, Господь. Ава, Отче, Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Господь, на руках молитвы мы приносим пред Твое лицо скорбящие души. Приносим, Господь, родителей, родственников брата Юры Лудана. Ава, Отче, во имя Иисуса Христа Назорея, благослови их Твоим отцовским благословением. Посети их благодатью Духа Святого. Скажи им, Господь, не оставлю Тебя, не покину Тебя, ибо я Бог Твой. Аминь, аминь. Алфаребеле гестураманайсен. Ава, Отче, благослови также брата пасечника, который прощается с своей женою. Утешь Духом Святым, Владыка неба и земли. Алфарамен эгемен, офарамарасагамен тулафармен.
Благослови ее сердце. У тебя Господь прощается с женою, прощается с сыном своим, Ава Отче. Благослови всех пасечников, каждого дельности сына, каждую дочку, каждого внука. Благослови, Господь. Ала скимене геменосен, ала фадале гесурамантен, ава Отче, ты Бог наш. Благослови на этом месте каждого молодого и старого, каждого в отдельности. Благослови, Господь. Благослови и скажи каждому из нас слово. Держись, держись вечной жизни, Ава Отче, чтобы каждый из нас держался жизни вечной, прилеплялся к Тебе, Богу жизни. Слава Тебе, великий Бог, слава Тебе. Мы можем сказать только эти слова, которые говорили мужи Божии, и мы их говорим сегодня. Да будет имя Твое благословенно. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, садитесь, пожалуйста. Я попрошу, у нас будет несколько свидетельств один за одним, так что, брат Юра, пожалуйста, и потом Павел Павлович. И потом у нас есть спонсор Джейсон. I understand that there's Jason was sponsor. You'll be number three. So, and we'll let you know. Пожалуйста. До этого места помог нам Господь. Слава Ему. Апостол Павел говорит о Тимофее. Его верность известна вам. Это свидетельство апостола Павла о Тимофее. Я здесь на этом месте, чтобы тоже дать свидетельство. Я не знаю, кто что знает и кому что известно за тех, кого мы пробожаем. Я с Андреем знаком и знаю как друга и друзья больше 20 лет. Я даю свидетельство. Мне известна верность его Богу. Еще там, перед тем, как они уезжали в Америку, я имел время с ним общаться. Я как раз вернулся из армии, а родители уже готовили документы на переселение. И я имел с ним некоторое время, может быть, неделю, может быть, больше, вместе, а потом отрывками еще. И он повез меня по Кавказу, и мы с ним имели возможность. И где мы были по вокзалам, в автобусах, в поездах, мы свидетельствовали о Господе. И я, вы знаете, вернувшись с армии, не принимал присягу и вернулся и думаю, где сегодня эти ревностные, преданные Господу? Мне хотелось видеть, и я смотрел на него, как он говорит, брат Юра, давай ты будешь свидетельствовать вот этим людям в пассажирских, на этих поездах, сиденьях, а я буду за тебя молиться. Я думаю, слава Богу. И я говорю, теперь твоя очередь, иди ты, говори, я за тебя буду молиться. Выходили, вы знаете, на перрон, там говорит, давай помолимся, чтобы Бог благословил, дал нам слово говорить и свидетельствовать. Аллилуйя. Возрожденный человек, он не может молчать. Его внутренность ищет засвидетельствовать о Боге. Аминь. Жив Господь. Крабовофтер деброфтелд. Ашманду громанаузелд. Братья и сестры, когда я приехал сюда в Америку, я знаю, что Андрей был одним из тех, которые говорили и свидетельствовали о том, чтобы идти за Господом прямым путем. За это многие не любят. Вы знаете, мне как проповеднику очень часто приходится говорить, и я знаю, что такое говорить правду. Вы знаете, мы думаем о себе очень слишком лишнего много. Мы огорчаемся, когда нам кто-то обличает. Нам не нравится это. Вы видите, какие мы? Мы не такие, как должны, и еще и не скажи мне, не нравится мне. Но Бог говорит, кого я люблю, того обличаю и наказываю. Через все обстоятельства, братья, сестры, народ Божий, Бог стучится в наши сердца. Бог говорит нам сегодня, чтобы пробудить нас, чтобы поднять нас. Недавно совсем я, вы знаете, звонил по работе,
и стал говорить по-английски. Думаю, что кто-то из работников поднял. И поднял он телефон и слушает. И он узнал меня по голосу и закричал: «Юра! Юра!» Он обрадовался, говорит: «Как ты там, брат мой? Жив Господь! Потому мы не исчезли! Жива душа моя!» Братья и сестры, я с ним не раз говорил. Он говорит: «Юра, ты понимаешь, ты знаешь, я болею за дело Божие. Сколько смотрю вокруг, положение духовное, скорбит душа моя, жаждет душа моя, чтобы Господь посетил, коснулся сердца моего». Говорит: «Уйду в огород туда, в поле, говорит, я там наплачусь от души. Бог посетит мое сердце, и это утешение мое. Народ Господень, чем ты сегодня утешаешься? Проверяйте себя. Сегодня, вы знаете, такое тяжкое положение. В народе стало бытовать, что попивающие стали святые. Пьют вино. Для чего? Веселить сердце. Братья и сестры, исполняйте с Духом Святым. Наша радость в Господе, но не в вине. Мы чему-то не стало радости. Надо что-то придумывать. Теряет народ радость спасения. Братья, давайте вернемся к реальности. У меня не хватает времени. Мы с родственниками вот буквально, вы знаете, просили: скажи это. Вы знаете, много есть что говорить. Но я хотел бы сказать, вы знаете, слова и утешение для всех нас и родственников. Когда человек приходит в этот мир, написано, когда женщина рождает, она терпит скорбь, но потом, когда родится, забывает об этом, потому что человек родился в мир, и она радуется. Я понимаю, это трудно, но давайте мы согласимся с тем, что Бог определил, и вместе с родственниками отпустим наших родных и близких, отпустим. Павел говорит, там несравненно лучше. Братья и сестры, там несравненно лучше. Давайте отпустим. Давайте забудем скорбь и переключимся, что они там у Господа уже утешаются. Давайте вернемся сюда, а мы на пути с вами. Мы с вами на пути. Что нас ожидает, я не знаю. Время тяжкое, народ ослабел. Братья и сестры, мы дети Божии, храм Духа Божия. Как написано, вселюсь в них и буду жить в них и ходить в них. Посреди церкви Бог говорит: «Воспою Сына Божия, Агнца Крамогофтер Гибридл, Духом Святым». Братья и сестры, Дух Святый, Святой принадлежит детям Божьим, Церкви Божией. Но почему-то за последнее время Дух Святой угашен и вытеснен. Так что, вы знаете, положение печальное. Я не раз свидетельствую, говорю, мне приходилось говорить на базарах, на вокзалах, где так столько много зла. И так, вы знаете, не ожидая, вот так Дух Святой останавливал и начинал свидетельствовать людям мирским. Люди останавливаются вокруг меня, я слышу рядом в толпе, сжатые на базаре, женщина говорит рядом стоящий, говорит, он говорит, а у меня, говорит, мороз по коже идет, дрожь по телу, это Дух Святой касается, это Дух Святой, братья и сестры. Недавно, вы знаете, ко мне люди подходят и говорят, когда ты исполнился Духом Святым, говорит, одна старица как ток прошел от темени головы до подошвы ноги. Дитё недавно подходит, говорит, папа, говорит, когда ты говорил так с дерзновением, говорит, у меня, говорит, мороз по коже идет. Он говорит, я знаю, все это чувствовали. Он не знает, и я не сказал ему, не помню, что нет, не все. Некоторые сидят и противятся Духу Божьему. Скорее бы он кончил. Зачем он касается моих недостатков? Зачем он обличает меня? Для того, чтобы тебя спасти. Для того, чтобы тебя пробудить, чтобы ты утешался в Господе и исполнялся Духом Святым. Вам принадлежит обетование и детям вашим, чтобы водительство Духа Святого довело нас до вечности. Только водимые Духом Божиим, водительство Духа Святого, водимые Духом Божиим, это Христос сказал, слышат голос пастыра, овцы мои слышат. Андрей узнал мой голос по телефону, кто знает сколько километров. Говорит, Юра, братья и сестры, узнаем ли сегодня, слышим ли мы голос нашего пастыря? Братья и сестры,
Дух Святой, его место – это храм Божий, это вы, это мы. В церквах наших мы должны исполняться Духом Святым. В церквах наших мы должны пламенеть и гореть Духом Святым. Братья, что с нами? Где мы остановились? Братья и сестры, Бог пробуждает. Недавно жена моя встает и говорит: ты знаешь, я сегодня вас не была на Украине. Вы знаете, когда человек усыпает, он уходит от реальности куда-то. Время пробудиться нам от сна. Время, не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться. Будем бодрствовать. Народ, многие уснули. Что это такое? Это ушли от реальности. Это блудный сын. Он пришел в себя и сказал: встану и пойду. Братья и сестры, давайте встанем и пойдем. Скажем: Господи, я забыл, когда утешался. Я забыл, когда ты посещал меня. Я забыл, когда я слышал голос твой. Я потерял это общение, это водительство. Горе мне, братья и сестры. Стучит Господь, у меня больше нет времени. Да благословит нас всех Господь. Аминь. Благословен Господь, Господь наш Иисус Христа. Я являюсь зятем моей матери Веры, моего брата Андрея. Конечно, для нас это большая утеря. Мы утеряли мать, которая молилась за своих детей. Мало кто знает, но когда она приходила ко мне, она падала на колени. Она громко вопила Богу о спасении душ. Когда была где-то проблема, она была там. Она пребывала в молитве. Мало кто ее замечали. Но она воспитала сына своего Андрея любить Господа. И любить Господа не так, как любят люди сейчас на словах. Я думаю, все вы знаете Андрея. Он любил Господа делом. И он любил слова такие говорить, что мы должны знать и уверенно сказать, что мы готовы к Богу. И он это говорил постоянно, что он готов к встрече с Господом. Мы знаем брата Юру. Его духовным наставником и учителем был брат Андрей, того, которого воспитала сестра Вера, мать его. Он учил Юру проповедовать. Он учил молиться. И они вместе много молились. И когда я посещал их, мы вместе имели общение. Я думаю, каждый из вас знает, когда вы встречаетесь, у каждого есть всякие вопросы к разговору, но не у многих есть вопрос поговорить о спасении, о Библии, о Иисусе Христе. Андрей всегда любил говорить о том, что ему было дорого. Это было имя Господа Иисуса Христа. Брат Юра любил говорить то, что было дорого для него.
это Слово Божье. И когда последний раз они посещали нас в Калиспиле, брат Юра с молодежью, мы всю ночь с ним беседовали о Господе. У нас не было другой темы. Нам она была не важна, но мы беседовали о Господе. Когда брат Андрей проезжал до меня на Thanksgiving, мы с ним молились. Мы с ним утешались Господу, который есть надежда наша, который есть упование наше. Для нашего я зачитаю стих, где говорит Христос. «Я есть воскресение жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Слава Богу нашему». И эти души, они, веря в Иисуса Христа, непритворно. Ихняя вера была ихняя жизнь. И жизнью своею свидетельствовали многим. Они любили беседовать с молодыми подростками, направлять их к Господу. Я помню Андрея любимый псалом, где говорились такие слова: «Тот, кто спасен, призван спасать. Этот закон дала благодать. И этот закон он любил. Этот закон он чтил жизнью своей». Он говорил о спасении людям. Многие его не понимали. Многие братья его не понимали. Почему? Потому что он говорил истину. Многие его не любили за истину, потому что в его устах была истина. А эта истина, она обличает человека. Из-за этого люди не любили его. Из-за этого люди часто обходили его стороной. Но Бог, которому он нелицемерно служил, он ободрял его. Хотя я знаю, сколько было скорбей у него. Я знаю, сколько было проблем у него, и он их никому не говорил. Он их говорил тому, кто может понять, кто может поддержать. Это Бог. Когда мы жили с ним, прежде чем он переселился сюда, в Мизуле, мы много трудились, а с молодежью там, в Мизуле. Молодежь любила его. Хотя они, можно сказать, не сильно любили то слово, которое он говорил, но они любили его. И многие из них, они, то есть можно сказать, почти все, они остались служить Господу. Потому что было слово посеянное, и слово было истинное. И когда у него там произошла проблема, враг восстал, то мать и Андрей, они молились о Господу, и Бог дал утешение. Можно сказать, утрата большая, но тот, который утешающий, он возмещает эту утрату, слава Богу нашему. Когда у меня была проблема, Андрей, он пришел ко мне. Он приехал ко мне и был со мной. Он помогал мне, помогал молитвами, утешал. Я знаю, что ушли с жизни те, кто могли наставить Словом, кто любили Слово Божье. Немногие любят Слово Божье сегодня. Многие любят забавные разговоры, чтобы заполнить время. Но эти
души, которые сегодня ушли к Господу, они любили Слово Божье. Это было дорого в их жизни, и потому они старались всем передать. Они старались словом и делом передать это Слово, передать истину. Идите в истине, будьте готовы, потому что мы не знаем, когда Господь придет. И эти души, они были готовы. И последний раз, когда они вылетали туда, в Портленд, на похорон, как свидетельствует, они выкатывали этот самолет с гаража и зацепились крылом. Они поранили крыло. И вот Андрей ремонтирует это крыло, и ему говорят: это ж в воздухе. А если что-то случится, если оно расклеится, они говорят: мы готовы. Дорогой друг, брат и сестра, старец, служитель, сможешь ли ты сегодня сказать: я готов сегодня встретить моего Господа, потому что я служил Ему от чистого сердца и ходил с преданным сердцем Богу моему, потому что мы ходим не пред людьми, мы ходим пред живым Богом, который видит и тайны сердца нашего, который видит все помышления наши. И эти души, они ушли к тому, которого они любили и который их взял. И сегодня они свидетели всем. Сегодня своим молчанием, что таков конец каждого из нас, великого, малого, епископа, служителя, рядового брата и дитя. И, дорогие друзья, сегодня они говорят молчанием своим, тебе и мне. Они ушли к Господу, и Бог принял их. Если ты сегодня покинешь землю, примет тебя ли Господь? Сможешь ли ты сегодня сказать сердцем, не устами: да, меня Господь примет, потому что я служу Ему нелицемерно. Я не обижаю ближнего, я не сужу ближнего, но я люблю Господа и говорю истину в сердце моем. Да благословит Господь всех вас. Аминь. Друзья дорогие, я хочу от нашей семьи выразить глубокое соболезнование семьи Пасечниковых о их неутере. Я хочу, чтобы этот случай, он больше нас сблизил, чтобы мы стали любить друг друга больше, чем мы любили раньше. То благословит нас Господь. Я хочу больше немножко поделиться о моем меньшем брате Юре, который ушел от нас. Я с ним был в тесных общениях. Мы много общались по телефону, текст-месседжи писали. Я прочитаю несколько последних текст-месседжей, которые он мне писал. Это было января 26-го в 9:32 утра. Юра мне писал: брат Петр Ходаковский успокоился в Господе вчера в 9:00 вечера. Он ушел, чтобы быть с Господом, оставляя позади себя мир полный слез и скорбей. До свидания, мой дорогой брат, пока мы встретимся опять в присутствии нашего небесного, дорогого Иисуса Христа. 2 месяца перед этим отошла к Господу сестра Лидия, которая жила здесь, и Юра, и брат Андрей, они по понедельникам собирались на молитвы с сестрой Лидией.
Юра говорил, много из моих друзей ушли к Господу, а я остался еще здесь. Января 28-го в 4 часа вечера, это из Нэмпы они вылетали, Юра мне писал, взлетаем, молись за нас. Января 29-го, 8 часов 6 минут, это было в Онтарио, Юра писал, взлетаем, и через 15 минут будем дома. И воистину они были дома, их встречал Небесный Отец. Ровно через 15 минут они были у Господа. Несколько дней перед этим Юра позвонил мне и что-то так говорил. Сережа, благодарю тебя за то, что ты все, за все, что ты для меня сделал. Твой дом всегда был открыт для меня. Я говорю, Юра, что это значит? Я так не понял. Это что значит, ты не будешь больше приходить? А он говорит, да нет, нет, я просто хотел поблагодарить. Я ни малейшей тени сомнений не отдал, что это может быть истинно так и реально. Я забыл это. Но когда той ночью, той страшной ночью, когда они не прилетели, и мы не знали, где они, мы целую ночь ездили, искали с братом Сашей Коротких, его братом Эдиком, ездили там, где они нашли сигнал с Юрного телефона в той эрии. И тогда мне пришла вот эта... вот это прощание, которое Юра сказал. И я понял, что я больше его не увижу. Он распростился со мной. Сегодня много говорило о том, что говорили, что Юра был человек необычный. Его улыбка, его зрелое познание Слова Божьего. Я скажу вам причину этого. Юра по ночам молился. Мама говорит, я часто вставала и слышала, как он молится. И эти молитвы долго будут звенеть в моих ушах. Я скажу из собственного опыта, когда в моей семье полгода назад стала нужда, проблема с нашей дочерью, много молилась. В 3 часа ночи мы были в госпитале, и я Юре написал, Юра, молись. В то время Юра стоял на коленях, и через 10 минут он мне отписал, не переживай, победа неба, аллилуйя. Пару слов мне написал, и до этого момента, и до этого дня мы видим победу неба, слава Господу, и верим, что до конца Господь совершит победу неба. Юра посвятил свою жизнь для служения молодежи. Он много молился о молодежи. Он много проповедовал для молодежи. И он искал тех, которые будут поддерживать его. Я знаю, что в многих он оставил хороший отпечаток и впечатление. И чтобы жизнь этого брата нашего, она, знаете, не прошла напрасно, но чтобы кто-то на его место стал и занял, и нес это знамя любви и спасения, особенно в молодежи, особенно здесь, в Америке. Да благословит Господь. Аминь. Я бы попросил, если кто-то может перевести для... Он по-русски, да, говорит? Прекрасно. Окей, спасибо, Сереж. I'm Jason Mulby. I've known Andre and his family for 22 years.
They came and lived in my parents' house for the first year or so, and I have spent a lot of time with them. Меня зовут Джейсон. Я знал семью 22 года уже. Они, когда приехали в Америку, то они жили в моей маме дома. I wrote 6 pages to share with you people today, but due to time, I'm going to share it later with those who I feel it's important to share it with. Я написал 6 страниц, что я хотел поделиться с вами сегодня, но так как время коротко, одну страницу я прочитаю. Saturday night I was dreaming of flying in a small plane high above the clouds. В субботу ночью мне сон приснился, что я летел на самолете выше облаков. I woke up Sunday to finish my trip home from Texas. И в воскресенье я встал и ехал в Техас. С Техаса ехал в Калифорнию. When my brother Ryan called, и когда мой брат Райан позвонил, in a panicked voice, he said, "It looks like we lost Andre, his mom, and Andre's plane." И паниковавший, он сказал, что мы потеряли брата Андрея и его мать. I told him I need to call people to pray about it. Я сказал, что я позвоню людям, чтобы помолиться об этом. Immediately, I called 5 national, international ministries: the 700 Club, John Hagee Ministries, Life Today, and K-Love. All of these are international TV ministries. Я сразу позвонил этим миссионерам, такие, которые молятся об этом. Он перечислил их имена по-английски. I believe that people from the whole country, maybe even the whole world, were praying about Andre. Я верю, что люди со всей по всей стране и даже по всему миру, может, молились об Андрее. I also believe that the Lord opened up heaven and let that plane fly right into heaven's gates. Я верю, что Господь открыл небеса и позволил, чтобы этот самолет прямо в небеса влетел, врата небесные. Though we have no survivors, we know that they're safe in the Lord Jesus Christ. И хотя у нас нету тех, кто остались живые, но мы верим, что они все в Господе ушли. Andre and his mother were great witnesses for the Lord and believed very great things in the face of very, very hard opposition to their belief. Я верю, что мать и Андрей, они были свидетели Господни, которые служили Господу и через трудности всегда верны Господу были. I have a verse in the Bible I'd like to share with you. Есть стишок из Библии, что хотел бы поделиться с вами. Isaiah 57. Исайя 57. The righteous perish, and no one ponders it in his heart. Святой умирает, и никто не беспокоится в сердце. Devout men are taken away. Ну, грешники... грешники. Святой. Святой уходит. Devout men are taken away, and no one understands. Isaiah 57. First one. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помышляет, что праведник восхищается от зла. That the righteous are taken away to be spared from evil. Мужи благочестивые восхищаются от земли. Those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death. Он отходит от мира, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. When my father-in-law was taken earlier this year, и когда мой тесть был взят от этого мира, he was a great witness for the Lord, and we felt that the Lord had spared him from the time that was coming. И он был муж Божий, и мы верим, что его Господь забрал от того, что грядет на этот мир. We're the ones who have to live with the next thing that's coming. The day of the Lord is coming very soon, and those who witness for God, they're going to look for them, and they won't find them. И мы те, которые остаемся на этой земле, будем жить с тем, что грядет на эту землю, потому что день Господень, он грядет.
и те, что, которые взяты от земли, они будут смотреть на это. Thank you very much. Thank you for coming. Благодарим, что пришли. I may not say it right, but Slava Bolvia. Я думаю, что не может неправильно скажу, но слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. I'm Jason's father. Я Джейсон отец. I speak for Jason's mother. Я говорю за Джейсонова мать, за себя. A great heartfelt loss here. Что это великая потеря здесь. Such an impact this community has been on Virginia and I. Apologize, she wasn't able to come with me. Я знаю, что это всех это трогает, это что произошло, и это все это общество, что это трогает происшествие это. Standing here in great pride, looking at God's children. И с великой радостью я смотрю сюда на детей Господних. The ones that don't believe are here. The ones that believe are here. The ones that are so cemented in the Lord that they couldn't look left or right if they tried. And I admire each and every person here for where they are. And hopefully it's with the Lord Jesus Christ and Father God. Я смотрю здесь и вижу, что есть здесь люди, те, которые верующие, те, которые неверующие, и те, которые утверждены, как в цементе христиане, которые даже и направо-налево на мир не посмотрят, если они даже попробуют. И я смотрю на вас с великой радостью. The moment came for my brother Andrew. И момент пришел, когда мой брат Андрей Glory came. Прославился на небесах. And such an honor. I mean, I am so humble and so proud of each and every person that came forth and still coming forth to speak of God's love for the family, first of all for Father God, second of all Jesus Christ, third the family of God. And the non-family of God, because their love extends for eternal life to the lost too. Я как-то рад быть среди вас и очень даже доволен тем, что среди могу провести среди братьев и сестер, которые любят Господа, что любовь Господня она среди нас здесь и что мы на этом месте. My history as an American was a total failure. И когда я читал историю Америки, я проваливал ее. Until Jesus took hold of my heart. Когда Христос взял мое сердце. My mind. Мой разум. And my soul. И мою душу. I was a Saturday night sinner, like all Americans or majority of Americans today. И я был грешник по субботам утром, как многие христиане здесь в Америке. One day a week, not knowing Jesus. Sitting in a church like this, in a pew, playing church. И один день я сидел в церкви, как сейчас здесь, сидел на лавочке, как многие люди, и играл в церковь. My first church I ever attended, I was a teenager, and I watched all these little kids last night, and the teenagers. I observe how Jesus moves amongst their midst.
алкоголик, я вырос в алкоголической семье. My mother was a nurse. Моя мать, она была медсестра. I never saw a Bible in our house. Никогда не видел Библию в доме. And this is typical of America today. И это так, как американские многие живут. And I, my heart just aches. И мое сердце, оно болит. Just like your hearts, I mean, you've come to the homeland here that's not your home. Your home was in Russia or Ukraine or someplace else. И вы пришли на эту землю, где не есть ваша родная земля. Приехали с Украины, с России. And I'm sure your homeland is still very, very cemented in your heart. И может ваша родина, она в сердце еще, она как в цемент лежит. Affecting your daily walks through life with children, family, and the community of God. И это, она отражается в вашей ежедневной жизни, как вы ходите по этой земле и как вы ходите с Господом. You know, through our walk, the verse that comes to mind is, I will not forsake you, I will not leave you. I will be with you all your days. И стишок, который приходит на память, что я буду с вами всегда, буду ходить и пребывать с вами до конца вашей жизни. When I was born again and really took what the Lord really had focused for my life. Father God gives each one of us a mission through life. И когда я родился свыше, то Господь, Он мне путь дал, потому что каждому Господь дает путь, которым он должен пройти, и чтобы он исполнил в жизни. And our mission through life goes down to Jesus, who was obedient to His Father. И наш путь жизни — это быть послушным, как Иисус Христос был послушным своему Отцу. From that point on, His shed blood and His love for us is a decision. И с того поинта Его пролитая кровь, Его страдания — это для нас выбор. And thank the Lord I did. Two quick things. I don't want to be any much longer, but I have a couple scriptures I want to read. Also, just a couple real funny things that along the way, my wife and I had the great honor of sponsoring this family to America many, many, many years ago. And through the Lutheran Church, where I was a sinner, got involved, and we were able to sponsor 13 families, the community of believers, the Russian community. I take no credit for it. The Lord had a mission for us. Virginia was blessed. I was blessed. I was blessed with a beautiful family. I was blessed with a beautiful family. I was blessed with a beautiful family. Я хотел сказать, что когда мы начали приезжать иммигранты, то мы 13 семей приняли и были ихними спонсорами. И мы были довольны быть спонсорами и этой семье. Потому что это не то, что я что-то сделал, но что Господь использовал нас, чтобы принять тот народ, который приехал с той страны, чтобы здесь они могли славить Бога. I remember, my wife keeps reminding me, I'm going to put her as if she's right here. And she keeps bringing back to people about the fact is that when we first got involved with the community of believers, we didn't know what had hit us. И говорит, что как жена вместе, когда мы начали принимать это общество верующих, то мы не знаем, что нас ударило, как говорится. But I remember Jason, the first time he got out of high school, he was looking for friendship, and he met Pavel, Pasha. И я знаю, что когда Джейсон, когда он вышел только со школы, он искал себе дружбу, друзей, и он нашел Павлика. And Jason didn't have very many friends when he grew up in high school or as Americans, but he had a true friend that came and helped him work on a car, and that started our whole mission with this community. И Джейсон, когда он нашел дружбу в Павлике, Павлик ему помогал, и это наше открыл нам дверь, чтобы со всем обществом русских общаться. Well, anyway, I'm not going to go where it was. I had a couple things that was in here that came to me, and I was reading this morning about commitment. Andre had a true commitment to serve the Lord fully with his heart, his soul, everything, and he fulfilled it. И Андрея
Просто я хотел сказать, что как у Андрея, у него привязанность была, и что он это дело сделал до конца. I remember mom. Помню маму. Pop. On 33rd Street, as I would drive by, they'd be walking up and down 33rd Street when they first got there, holding hands, praising the... Я помню, как папа, мама, как они ходили вместе, держались руку, и как они пели даже псалмы, я помню, видел. This was in Portland, Oregon. В Портленде было. And they were holding hands and loving each other and loving God. И они любили друг друга, когда держали руки, и любили Бога. That's the greatest memory I had. Самая наилучшая память. And with the folks coming to the coast to Virginia in my house, not my house, but the Lord's house. The Lord gave us that property for our friends. И так, когда они тоже приезжали на тот дом, который был на океане. God is so good. Господь, Он чудесен. I can't leave the pulpit without saying one scripture, though, please. I know time is long, time is short. A lot of people want to say something. But the prayer that came to my mind about Andre is, okay, James 5:16. Якова 5:17. The prayers of the effectual prayer of a righteous man shall avail us much. I point to the community. Ибо много может усиленная молитва праведника. Это молитва общества. Praise God. Да благословит Господь. I had John 10:27 for anybody who wants to refer to it, but I won't go any further. Иоанна 10:27 тоже есть место. I want to thank each and every person, whether they're here or not here, that is walking with our Jesus Christ, His Father God, in the light of eternity's promise. Я хочу благодарить каждого, кто ходит в Господе, ходит в истине. And I love each and every person as my brother and sister. Люблю каждого как брата и сестра. Love to each and every one of you, to the children and families. Любовь каждому из вас и семье. May God be with you. Пускай Господь благословит вас. Love forever. Любовь вечна. Край далекий, гуси полетіли у блакитнім небі голубім. Та не всі їх птахи розуміли, чому вони свій дім. Та не всі їх птахи розуміли, чому кидають свій дім. У той край нелегка є дорога, вітер крила рве у небесах, в серці заховалася тривога, а надія світиться в очах, в серці тривога, а надія світиться.
очах є у нас той вічний край небесний. Переліт – то наше все життя, а надія – наш Ісус воскреслий. Він веде нас вічне майбуття. Наш Ісус воскреслий, Він веде нас у майбуття. Край небесний гуси полетіли у блакитнім небі голубі. Дикі гуси приклад залишили, що і нам приклад залишили, що і нам пора в свій дім, що і нам пора в свій дім. Слава Богу. Вы знаете, я вчера сказал, что это не горе, один брат меня обличил, говорит, ну это горе, но я все-таки остался при своем мнении, что это не горе. Вчера я говорил за многих молодых людей, которые уходят в вечность без Бога, это горе. И я только каплю из ведра сказал, кладбище в Америке заполнены молодыми людьми, умершими без Бога, без спасения. Поражение коснулось много домов, потому что когда угашается Дух Святой, покровительство крови уходит. Я желаю для ваших семей, для родных, чтобы кровь Иисуса была защитой над каждым домом, над каждым семейством. Я только приведу пример, и мы будем идти к пожертвованию. Вы знаете, чтобы вы молились за ваших детей, за ваши семьи. Мы пришли в один дом, это было несколько лет назад, я с моим другом. И мать плакала, сына 19-летнего не было дома. Он наркоман. И мы взяли и начали молиться. Я говорю, попросим Иисуса покрыть косяки перекладины дверей кровью, защитить этот дом кровью. Мы провозглашали кровь Иисуса. Через пару дней он пришел, через окно залез, порезанный ножами, накрылся одеялом, мать его сняла. Он весь в крови, дрался с черными, но потом мать заплакала и сказала мне, говорит, кровь Иисуса остановила смерть, и она не вошла в мой дом. Молодежь, когда шел призыв к подножию креста приходить, это ответ на все ваши вопросы. Иисус распятый, его кровь. Многие девчонки говорят и уходят в мир, и начинают грешить, и отпадают от Бога, и уходят в вечность без Бога. А почему? Говорит девчонка, меня, я полюбил этого парня, он в мою сторону не смотрит. А он еще полюбил другую. Ой, что же я буду делать? Или парень говорит, я полюбил эту девушку, она не смотрит в мою сторону. Ой, что я буду делать? Она смотрит еще на другого и разбивается. Примените кровь Иисуса, и этот вопрос решится. Вы знаете, Андрей говорят, что у него были трудности финансовые, это родственники мне передали, и он даже занял деньги у брата своего. Вы знаете, и у него были проблемы с финансами, и сейчас эта зима прошла, и у него нет богатства. В его доме, если вы посетите, даже нет ничего дорогого, все очень бедное. Вы знаете, я не знаю, как за Юрину сторону, но они были верующие. Давайте, знаете что, пожертвуем на это дело. Бог запишет это. И мой Бог да восполнит всякую вашу нужду во Христе Иисусе по богатству своему. Он запишет, сколько мы пожертвовали. Бог в долгу не останется. Рано или поздно Он нам воздаст.
знаете, когда придет в нашу жизнь нужда, я бы попросил, чтобы максимально, сколько мы можем, даже сверх сил, но добровольно, пожертвовали на расходы эти. Пусть Бог вас благословит прямо сейчас. Давайте мы встанем и пропоем все вместе первый и последний куплеты номер 503. Номер 503. Встретимся ли мы с тобою, где святые все поют? Встретимся ли мы с тобою, где святые все поют? Где спокойною рекой чистые текут. Там мы встретимся с тобою над чудною рекою. Там с неволхой мой хвалою Иисусу мы будем служить. Скоро будем над рекою. Скоро будем над рекою, скоро путь придет к концу, скоро встретимся с тобою, вознося хвалу Отцу. Да, мы встретимся с тобою на чудною, на чудною. Дорогие братья и сестры, еще скажем слава Господу. Хотя пришли в этот скорбный дом, печальный дом, братья и сестры, но будем утешаться нашим Господом. Небо сокрыло этих троих человек. Небо сокрыло, потому что сказано, без воли Божией и волос с головы не падает с человека. Поэтому, братья и сестры, будем сегодня благоговеть перед именем Господа. Будем молиться за эту всю родину, чтобы Господь укрепил их, благословил, дал им силы донести этот крест. Все, что не приключится, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, потому что золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Так Бог нас ведет по этой прискорбной земле. Дорогие братья и сестры, Юра, покойный, он был в Портленде, когда хоронили нашего брата Петю, юношу Ходаковского, и он в субботу проповедовал Слово Божье. На его глазах были только слезы. Когда он окончил свою проповедь, то он сел и плакал все время. Душа предчувствовала, что он скоро восхитится к Богу. Братья и сестры, поддержим это все родство, поддержим эту вдову, которая осталась и шестеро детей с нею, чтобы Господь укрепил ее в надежде на нашего Господа, чтобы Бог дал ее силы все перенести, потому что мы сегодня на дороге. В Иова встречалось большее горе, но он сказал, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенное. Сегодня Бог делает остановки. Братья и сестры, последний призыв раздается, последние капли падают с неба, Господь грядется тьмами, святыми ангелами. Пришествие Господне приближается. Сегодня Бог торопит церковь, чтобы церковь не уснула сном смертным,
чтобы церковь пробудилась, чтобы мы сегодня, как живые камни, устрояя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Господом и Иисусом Христом. Время пробудиться, не дремлите, бодры будьте, от очей гоните сон, а заснете, не забудьте, что придет неждано он. Сегодня Амалик подрастает роды, сегодня враг в сильной ярости, поэтому поднимем знамя. Вооружимся, друзья, принимем оружие правды, Слово Божье, чтобы нам следовать за нашим Господом. Господь скоро явится, друзья, на облаках великой силы и славы. Сказано, небо скрыется, свывшись, как цветок. Всякая гора и остров двинутся с мест своих. Цари земные, вельможи, богатые тысячи начальники будут бежать в горе. А церковь Божья, она возвысит голос, она поднимется от этой земли. Будем готовиться, дорогие братья и сестры. Для наших друзей оконченный путь. Они сегодня восхищены, друзья, и пребывают с Господом. Я прочитаю короткие слова. Как благоугодивший Богу, Он возлюблен, и как живший посреди грешников представлен. Достиг совершенства, в короткое время Он исполнил долгие лета. Юноша, мы слышали, друзья, вчера свидетельство. Сегодня, как трепетар перед Господом, как служили друзья, как они стремились к Богу, братья и сестры. Поэтому направим свой взор, чтобы земля нам была чужая, все было чужое, хотя мы еще ходим по этой земле. И вот ниже сказано, душа, достигнув совершенства, в короткое время он исполнил долгие лета. Ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми Его и промышления об избранных Его. Пусть Господь укрепит и укрепит брата Петю и сестру Веру, чтобы Господь дал им силы вынести то, что Бог определил для них, чтобы Господь помог прийти и этому мужу, который отправляет свою жену в последний путь всей земли. Братья и сестры, и эту сестричку, которая осталась с шестерома детьми, мы будем поддерживать. Мы, друзья, разойдемся сегодня, будем поддерживать в молитвах, в церквях наших. Наша Винницкая церковь, город Портланд, друзья, братья и сестры, принесет вам большое соболезнование всей родине, чтобы Господь укрепил. Мы когда услышали в воскресенье, что нет самолета, вся церковь заскорбила и начала плакать, потому что они должны были вечером явиться, а их не было. Поэтому, друзья, дорогие, их уже Господь встретил. Вот я читаю Ездры, таковые слова. «Я Ездра видел на горе Сионской, сон великий, который не мог исчислить, и все они песнями прославляли Господа. Посреди них был юноша, величественный, превосходящий всех их, и возлагал венцы на главу каждого из них, и тем более я возвышался». Я поражен был удивлением. Тогда я спросил ангела, кто сии господин мой? Он в ответ мне сказал, это те, которые служили смертную одежду и облеклись бессмертную и исповедовали имя Божие. Они теперь увенчиваются и принимают победные пальмы. Я спросил, а кто сей юноша, который возлагает на них венцы и вручает им пальмы. Он отвечал мне, сам Сын Божий, которого они прославляли в веки сем. Братья и сестры, Сын Божий, эти люди, эти друзья исповедовали имя Божие. Они сегодня, друзья, получают пальмы победы,
Сын Божий возлагает венцы на каждую из них. Ездра видел за несколько тысяч лет. Бог открыл ему. Поэтому, братья и сестры, чтобы нам не уснуть сном смертным, Бог делает остановки для нас. Бог делает, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы трезвились, братья и сестры, потому что недолго нам быть на этой земле. Пусть Господь благословит остаток этого служения, а мы его за все прославим вечного Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Братья и сестры, я очень извиняюсь, у нас время уже ушло. Брат Сережа закончит сегодняшнее служение. Я сделаю некоторые объявления после. Я очень извиняюсь перед всеми, которые еще хотели поучаствовать, свидетельство, пение. У нас просто нет времени. Нам до 12 часов нужно отсюда выехать, чтобы мы там еще успели. И завтра будет служение в 12 часов в Central Assembly Christian Church. Вы можете посмотреть в этих бумажечках здесь в конце. С 12 часов будет время, где вы можете попеть, посвидетельствовать и так далее, провести время с семьей. Сейчас время, Сережа. Да, конечно, оно грустное это время, но мы все равно славим Господа, потому что Он достоин славы. И вы знаете, что интересно, у Андрея, моего брата, была точно такая Библия, зеленая. И кто помнит его еще раньше, то эта Библия так была изношена, что когда он проповедовал, то после люди ему дарили Библии новые, потому что для них было стыдно видеть, как изношена эта Библия была. Но он любил Слово Господне, и поэтому его Библия была изношена. И вы знаете, Слово, оно, как говорит нам, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча ободоюстренного. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это и Слово Господне. И я просто, знаете, хотел бы и вспомнить немного о наших маме, брате, о Юре, посожалеть немного об этом, но также и напомнить Слово Господне, которое Господь оставил для нас, живых. Потому что они ушли с этой земли. И вы знаете, как-то один брат такую мысль задал, что вот, ну пускай они воскреснут сейчас и будут живы. Будем ли мы их так любить? Будем ли мы приходить до них домой и ценить их так? И знаете, трудно ответить. Но когда мы остаемся на этой земле и видим братьев, сестер вокруг нас, ценим ли мы их так? Живем ли мы так, как это последний день нашей жизни? Это такой вопрос трудный. И вы знаете, я вспоминаю Юры. Я когда с молодежью занимался, то я любил загадки христианские из Библии, потому что, вникая в слово, мы растем духовно. И я любил загадки из Библии. И с кем я встречался, с молодыми, кем мало кто имел интерес о загадках из Библии. Но удивительно, Юре было 11 лет, но он любил загадки из Библии. Он любил Писание еще тогда, еще молодым. Он любил, чтобы слово это, оно было в его сердце. И вы знаете, как он уже подрос, когда был юношей, и когда он с молодежью занимался, то это он показывал всегда. И я просто хотел напомнить несколько мест Священного Писания для нас, которые остаемся на этой земле, и которые Господь, если даст завтра, то будет для нас завтра. И вы знаете, что удивительно, мы никогда не думаем, что вот мы знаем, что время, оно никого не ждет, как мы знаем, что сейчас спешим мы как-то немножко, потому что время торопит. И время никого не ждет, но могилки всех ждут. Придет час для нас, когда прекратится эта жизнь до нас. И этот час до нас с днем ближе и ближе становится. То вы знаете, я хотел бы напомнить тот любимый стишок Андрея, который вы можете прочитать, он написан там в тех открыточках, которые вы получили, что оно говорит так. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя испытывайте». Это был Андрей, любимый стишок, потому что он испытывал себя каждый день. Каждый день он испытывал, верил ли он. И для нас, остающихся на земле, это вопрос великий, я думаю. Испытать свои сердца, где мы стоим, верили ли мы, в Господе ли мы. Я думаю, это великий для нас вопрос.
Ну, мы горевать сильно не будем, потому что Господь тоже нам напоминает и говорит о том, что, что оно и как оно будет. Я напомню это в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Что Христос умер за грехи наши по Писанию. Что Христос умер за грехи наши, за все грехи наши Он умер. И что Он воскрес третий день. И это мы верим, это мы знаем. Потому что дальше то, что говорится. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому умершие во Христе погибли. А если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждым в своем порядке. Первенец Христом, потом Христовы в пришествие Его. И мы верим это. Все мы воскреснем, братья и сестры. И наши друзья, наша мама, наш брат, они воскреснут. Воскреснем также и мы. Воскреснем также и мы, братья и сестры. То я хотел напомнить тот любимый стишок мамы, который она хотела, чтобы все знали, как она жила на земле. И стишок, который она полюбила, этот говорит так. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. И для некоторых это сегодня. Для многих это сегодня. Если в мире вы не живете с Господом, то для вас сегодня это час, чтобы призвать Его. Сегодня это час, чтобы воззвать к Господу. Потому что следующий стишок говорит, «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помысли свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он милостив». И много милостив наш Господь. То мы сейчас встанем на ноги, помолимся, призовем Господа. И так, чтобы мы могли проверить свои сердца, испытать себя, то помолимся. Аллилуйя, Глория, Аллилуйя, Божия. Ты великий, лемери краще, лемери нара мирилай. Ты благословляющий, лемери нара мирилара мирилай. И мы, хотя, Господь, провождаем и маму, и брата, Боже мой, но мы знаем, что они, Господь, Боже мой, в Тебе находились, Боже мой, они любили Тебя, лебеща, лебелилай. Но мы, оставающие на этой земле, помоги нам любить друг друга, лебеща, лебелилар, лебелилай. Помоги проверять сердца свои, лемери наше, лемелилар, мини. Ибо Ты благословение наше, Ты милость наша, глемеринара белилай, лище леберилай. Ты много милостив к нам, лемеринар, лище леберинара мелебелилай. Милостью Ты исполнен, лемери крабище лемеринара белилай. И Ты принимаешь каждое сердце, которое взывает к Тебе, глемеринара, лище леберилай. Ты принимаешь грешников, лемеринара белилар, лебелилай. Ибо Ты умер за грехи наши по Писанию, лемеринара, лище леберилай. Но Ты воскрес, лемеринара белилай. И воскреснут Тебе все, лемеринара, белилара, мелилай, которые служили Тебе. Лери ще кляра мором лилари элира наше лебрилай. Лери бище эре милилара минини лелеще кляра белилай. Леще эре милинара мини клетаре бище эре белилай. Лери кеще эре лебиринара мининай. Лебиду кеще эре лебиринара эща лебиринара белилай. Лекребе кеще эре милинара мирилай. О, лебиринара эща лебиринара мирилай. О, лебиду кеще эре лебиринара минила дара кеще эре лебрилай. Лебиду дара кеще Liberinare, vedi che scelle per l'ai, holy criminare che scelle, l'idenane e le viscere malane, holy criminista clara per l'ai, vedi l'ai che sai se serdez, le viscere me le lai che sai se serdez, le viscere me le lina na ma che scelle per l'ara per l'ai, holy crimine cremesce clede della lara vedi l'ai l'ai, holy liminare visce clere mirinare minna la lacra vedi l'ai, holy crimiscelle rina nana me le lare cascia.
касайся сердец, чтобы не были мертвые на всем месте, но чтобы они жили, чтобы они имели жизнь тебе, аллилуйя, Боже, касайся этих сердец, Боже, чтобы мы ценили друг друга сейчас, сегодня, не тогда, когда они умрут, Боже, но когда они живые, помоги, Иисусе, Боже, ибо ты любящий, ты милующий, Боже, ты даешь благо нам, Боже, ты утешаешься сердца, Боже мой, и ты благословляешь и даешь милости, аллилуйя, слава тебе, Боже, ибо ты много милостив к нам, просим, пребывай с нами, пребывай, Господь, Боже мой, наполняй твоей любовью, твоим святым духом и твоим миром, аллилуйя, Боже, и во всем прославься тебе вечно, слава во веки, аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Братья и сестры, распорядок будет такой. Попросили, чтобы никто не выезжал раньше, пока не поедут машины с гробами. Там, когда вы будете подъезжать, все дороги будут закрываться полицией. Все, мы просим, и они просили, пожалуйста, давайте мы не будем создавать больше проблем, чем уже есть. Народа много, машин много. Я попрошу, пожалуйста, молодежь или те, которые постарше любят лихачить, время сейчас не лихачить. Пожалуйста, давайте мы будем ехать за всеми, как нужно. Я попрошу еще, когда мы будем заезжать туда, там есть поворот налево и направо. Все должны ехать налево. Если там даже и направо будет открытая дорога, не едьте направо, едьте только налево. Пожалуйста, едьте налево. И сейчас, в данный момент, у нас уже времени нету, чтобы народ проходил и прощался. Мы просто поедем туда, и там уже будем прощаться. Я извиняюсь перед всеми остальными, которые не смогли поучаствовать. И мы попросим еще сегодня, там после этого будет обед, вроде бы здесь, да? Здесь, вот в этом здании рядом будет обед после того, как тела будут положены в землю. Сказали, что время не будет на то, чтобы мы, как народ, смотрели там, пока будут хоронить. Там закончится, и все должны будут освободить, потому что три гроба, и там им нужно будет много грузить и так далее. So, все должны будут уехать, и мы приедем сюда для того, чтобы здесь была вечеря любви. Понимаете, да? И завтра, кто захочет, вы можете приезжать в 12 часов в ту церковь. Есть еще какие объявления? Я что-нибудь забыл? Все хорошо, да? So, пожалуйста. Да, пожалуйста, потихонечку проходите, соблюдайте все, и поедем туда, когда машины поедут. Прощаться будем на кладбище. Слава Господу.